Как раз сегодня в Самаре обсуждали сокращение налоговых проверок в отношении предпринимателей. Пригласили тех, кому эта тема наиболее близка – представителей малого бизнеса. В регионе в этом секторе сейчас работают 124 тысячи компаний. В них трудоустроена почти треть взрослого населения. Снижается ли нагрузка на предпринимателей, узнал Георгий Федоров. Елена Цапурина работает в крестьянско-фермерском хозяйстве Красноармейского района. Предприятие выращивает 1000 тонн подсолнечника, овса, ячменя, держит собственное стадо коров. 35 сотрудников трудятся от зари до заката в любое время года. Дополнительной нагрузкой становятся многочисленные проверки контрольно-надзорных органов. Очень много денежных средств мы вкладываем в развитие. Мы увеличили поголовье. Сейчас у нас около 500 голов крупнорогатого скота, построили убойный цех. Конечно же, пользуемся всеми возможными субсидиями, которые нам может предоставить Министерство сельского хозяйства. Но в связи с этим, конечно, очень сильно увеличился контроль со стороны как раз-таки всех контролирующих органов. Налоговой инспекции, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, ветеринария. Чтобы снизить нагрузку на малый бизнес, на федеральном уровне принято решение о сокращении проверок со стороны различных ведомств. Запущена программа реформирования контрольной и надзорной деятельности. Первые результаты достигнуты. Число выездных налоговых проверок в Самарской области снизилось почти на 26%. Что интересно, бюджет в результате только выиграл. Общий объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации – от данных предприятий за 9 месяцев 2017 года составил более 35,5 миллиардов рублей. Могу отметить, что это где-то на 5,8 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сократить проверки – полдела. От контролирующих органов требуется введение просветительской работы с предпринимателями. Мы должны в целом переориентировать работу контрольно-надзорных ведомств на предупредительную, профилактическую работу, чтобы контрольно-надзорные ведомства помогали предпринимателям, собственно, не нарушать закон. Специалисты налоговой службы ответили на вопросы предпринимателей, рассказали, что чаще всего становится основанием для проверок. Это использование фирм однодневок для обналичивания и уменьшения налоговой базы. В зависимости от вашей добропорядочности и ведения бизнеса максимально прозрачно, риск выхода к вам с выездной проверкой, с налоговой проверкой минимален. Отдельно обсудили внедрение онлайн-касс. 28 тысяч малых предприятий губернии уже установили новое оборудование. Оно позволяет налоговой получать достоверную информацию о всех сделках, которые совершают предприниматели. Прозрачность этой системы также способствует сокращению проверок со стороны фискальной службы. Георгий Федоров, Сергей Павлов. Новости губернии.